станем ближе к Китаю никогда, потому что способ сотрудничества у нас разный. У нас мы концептуально, мировоззренчески очень по-разному смотрим на эти вещи. В Китае существуют способы горизонтального взаимодействия, которые основаны на лояльности клану, лояльности семье, лояльности родственникам и вежливому, корректному обращению с другими кланами, с другими родственниками, чужими родственниками. Россия хочет всегда окончательности. Китай хочет осторожности. Китаец верен по-настоящему только клану. Да, с остальными он хочет осторожно не обижать. Осторожно не обижать. Русский верен идеям, а не людям. И эта идея всегда окончательная. То есть, либо мы окончательные братья, давайте тогда все общее, все совсем будет общее. Либо мы давайте враждовать, и тогда пойдем на топорах друг друга порубим, или на шашках, или на ракетах. Китаец ищет умной жизни. Русский ищет героической смерти. В этом отличие. Оно никогда не будет преодолено. Никогда. Китайцы и американцы. У них есть площадка, где они могут разговаривать не как инопланетяне. Русские не буржуазны и не прагматичны. Русские ищут героической смерти. Поэтому нам не о чем говорить с людьми. Нам странно говорить с людьми. Мы можем стать братьями, но тогда уже такими братьями, что все общее. Мы не можем, мы не понимаем. Мы русские героические дети. Понимаете? Героические дети. В этом пафос этого народа, в этом величие русского народа, что русские героические дети. Они самоотвержены. Они живут ради миссии великой какой-то, которая еще не расшифрована. И пока она не будет расшифрована, водка может выручить нас, чтобы уйти от ужаса повседневности, уйти от ужаса рутины. Для китайцев не существует рутины. Китаянка сидит и вышивает стельку от тапочка. Это не рутина. Это не подвиг. Это абсурдно с точки зрения русского. Что она делает? Это она потом в музей отдаст? Нет, она в тапочек положит. Что? Она дура? Нет, не дура, нет. А сколько она будет работать? 3 недели. Да ладно, не может быть. Понимаете? В общем, это невозможно соединить. Как вы это соедините? Не надо иллюзий. Мы просто совсем разные. Совсем разные. Все читали Бжезинского, как только Китай закончит с Тайванем, он обратится в сторону России. В каких сферах мы можем быть равными партнерами? Мы первые вышли в космос, но при этом у нас не было туалетной бумаги.